Не секрет, что мы сами себя часто водим за нос. Уж так устроена наша психика, что там много всяких разных закоулков, которые позволяют нам самим себя обманывать и таким образом сохранять какое-то душевное равновесие. Но вот что я вам должен сказать. Значит, если вы хотите обнаружить свой самообман, очень важно начать констатировать факты в реальности. То есть нужно подумать о том, что на самом деле происходит, какие усилия вы потратили, и если оказывается, что усилия, которые вы затрачиваете, теоретически должны были уже вас привести к результату, но они вас не привели, значит, вы сами себя обманываете, что этот результат возможен. Это касается и профессии, и дела, и отношений с другими людьми. Не обманывайте себя и обязательно сопоставляйте собственные усилия, вложения и результат. Не совпадают? Берегите себя. Все всегда идет не идеально. Ничего идеального в мире, в природе не существует. Ни один писатель не начинал свою биографию с идеального произведения. Там несколько есть, но оно было у них единственное, они написали его про себя, и, собственно, если это писатель, то писатель должен уметь рассказывать не только свои истории. Да, поэтому всегда, никогда не будет идеального результата, потому что просто его не существует. Что бы вы ни делали, это все равно будет востребовано другими людьми, а далеко не все люди будут интересоваться тем, что вы делаете. Кому-то вообще то, что вы делаете, будет неинтересно, и в этом смысле тоже не идеально. Вы сами, зная, как устроено то, что вы делаете, будете всегда знать, как это можно улучшить. Поэтому первое, что нужно понять, что перфекционизм – это такая красивая формулировка для несуществующего. Да? Но если вы понимаете закономерность, как это работает, то вы можете кучу вещей, как бы сказать, минимизировать, что случайно случится с вами. Но до тех пор, пока все находится у вас в случайности, вы даже не задумываетесь. Вот случилась с вами случайность. Окей. Спросите себя, а что тут работало? Наорал на вас начальник. Случайность? Не, ну случайность. Попали под горячую руку, это же известно. Так же? Но можно изучить закономерности. По крайней мере, как не попадать под горячую руку. И то будет неплохая закономерность. И это фундаментальная вещь про изменение восприятия. Вы, наверное, не задумываетесь, но когда вы погружаетесь в пучину страданий, вы начинаете винить себя, вы начинаете думать про то, как несправедливо устроен мир и так далее. И, по сути дела, вы находите кучу объяснений своему собственному нынешнему положению, в котором вы находитесь. И когда вы себе объясняете собственное удручающее положение, вы как бы внутренне успокаиваетесь. У вас формируется то, что Мартин Селигман назвал обусловленной беспомощностью. То есть вы находите оправдание, почему вы что-то можете не делать, потому что все плохо, все никуда не годится там, и так далее. И дальше вы встаете на хлипкую дорогу, уже ведущую к депрессии, и, соответственно, это уже вообще замкнутый круг. Искать объяснение своим страданиям – это вещь абсолютно бессмысленная, бесполезная, и от этой иллюзии нужно избавляться для того, чтобы не опускать руки в моменты, когда нам нужно принимать решения и действовать. Они ищут интересную работу, потому что им скучно. Они ищут других социальных контактов, других собеседников, потому что им скучно. Да? Они ищут сами себя, потому что им скучно. Вот скука – это новая такая, какая-то до сих пор неосмысленная вещь. Мы уже сейчас, наша скука другая. Наша скука складки времени, когда ничего не движется, когда скука от вашего внутреннего паралича, потому что вы не знаете, что вам делать, вы не умеете что-то делать в этом новом мире. Но мы не знаем, чем это заменить. У нас нет зова какого-то, понимаете, которым всегда характеризовалось бытие и время. Оно всегда было зовом. Зов цели великой, что мы делаем что-то грандиозное, что-то очень значимое. А сейчас молчание.